Всем привет, друзья! С вами я, Лев И, и это очередная часть распаковки каваев. Начинаем! Начинаем! Первый кавай у нас это Лау. Друзья, продолжаем. Фрогберт. Пинки. Джеки. Пинки. Друзья, как думаете, когда мне попадется пятерочка? Просто она мне уже, наверное, выпуска 3 или 4 не попадалась. Пинки. Ирис. Рокберт. Ирис. Друзья, как думаете, смогу ли я собрать полностью коллекцию? Потому что до конца акции, ну, на момент сегодняшнего дня, осталось, получается, всего 2 дня. Что ж, я постараюсь. Но... Или если я, типа, даже не смогу уложиться в эти 2 дня, то я обрадуюсь. И, типа, если... Друзья, как думаете, смогу ли я собрать полную коллекцию каваев? Так как до конца акции осталось 2 дня, то, скорее всего, в эти 2 дня уложиться я не успею. Но у меня там есть еще достаточно большое количество каваев. Я думаю, их штук 100. Вот. Так что попробую собрать. И в конце своего эксперимента смогу дать ответ на вопрос, можно ли собирать всю коллекцию каваев. Фрогберт. Ирис. Ирис. Артур. Пинки. Джеки. Пинки и Ирис. Пинки. Друзья, я только что заметил, что вот этот кавай мне попался вот таким поломанным. И это у нас Джеки. Наконец-то хоть что-то интересное. Лео. Ирис. Это, друзья, у нас Фанни. Друзья, мне снова попался Лау.
И когда я смотрю на вот этих вот красных каваев, я хочу мечтать о том, что мне попадется пятерочка, но мне все попадается и попадается лау. Несмотря на то, что в первых 2-3 выпусков я наоборот хотел, чтобы мне вместо пятерочек попадался лау. Вот так, друзья. Несмотря на то, что пятерочек у меня относительно много, все равно как-то жалко. Просто надо же это вставлять. Такие вот вставки Mission Complete. А как по-другому? Вот, друзья, что делать? Funny. Funny. Друзья, секундочку. Мне кажется, или кто-то мне мешает ролик снимать. Добрый день. Можете, пожалуйста, не мешать снимать мне ролик? Вот так. Мало? Ну, вот так. Все равно мало. Так, вот так. И ты мне не мешаешь снимать ролик, окей? Давай. Мне попался Лео. Вот, друзья. Вот такой получился выпуск. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Лев. И всем удачи и всем пока!